Всем привет, с вами Дарк, и сегодня мы сравним два мода и узнаем, где Флэш круче. Сравнивать мы будем моды Fisk Super Heroes и Legends мод по четырем характеристикам: урон, скорость, защита костюма, уникальные способности. Не будем медлить и давайте начнем. Первый мод, который мы будем проверять, это Fisk Super Heroes. В этом моде есть 4 костюма Флэша. Помимо самого Флэша, в этом моде также имеются костюмы других спидстеров. Например, Август Сердце, Год Спид, Кит Флэш, Реверс Флэш, Савитар, Хантер Заламон, Джей Гарик, Ривал, Траектория и Зум. При надевании костюма у нас появляются способности Флэша. Урон. Все костюмы Флэша в этом моде наносят 2,75 урона. Скорость. Все костюмы Флэша имеют 4 скорости и могут разгоняться до 200 км в час. Защита костюма. Все костюмы Флэша имеют 1024 прочности. Уникальные способности. В этом моде Флэш может быстро бегать и замедлять время. Также при быстром нажатии левой кнопки мыши Флэш может очень быстро наносить урон. На этом Fisk Super Heroes у нас закончен, и можно переходить к Legends мод. Этот мод имеет 9 костюмов Флэша. Это костюмы из сериала, кино и так далее. Помимо Флэша, тут есть, конечно же, и другие спидстеры, такие как Кит Флэш, Кит Флэш Барт Аллен, Флэш Уолли Уэст, Джей Гарик, Реверс Флэш, Зум и их комиксные версии. Урон. Все костюмы Флэша наносят 10 урона при включенной скорости. Скорость. Все костюмы Флэша имеют 60 скоростей. Кстати, если вы хотите, чтобы я проверил, в каком моде Флэш быстрее, то давайте наберем 600 лайков. Защита костюма. А вот уже в этом моде защита костюма чуть поменьше, чем в Fisk Super Heroes. Ровно 1000 прочности. Уникальные способности. В этом моде Флэш может создавать воздух из рук, быстро бегать, создавать вихрь, крутиться вокруг себя, открывать портал Speed Force, замедлять время, стрелять молнией, делать суперудар и делать реверс времени. Чуть не забыл, мы еще можем вибрировать. Ну что же, и на этом сравнение двух модов подошло к концу, и только вам решать, какой мод круче. Ну а я буду с вами прощаться, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, какой мод победил. Всем удачи и всем пока!